Всех приветствую! Сегодня у нас Holy Castle 3D. Ну или как-то так, меня это не особо волнует. Нам предлагают коснуться экрана, чтобы начать, и давайте мы это сделаем. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать пару слов. Вообще, в комментариях под этой игрой пишут, что у этой игры бесплатный только первый уровень, остальные уровни нужно докупать, все такое, пятое, десятое. Окей, я зашел в описание этой игры. Да, там есть такая строка, как... Покупки в игре присутствуют, но они не обязательны для того, чтобы насладиться этой игрой. Хорошо, я это учел, скачал эту игру, чтобы посмотреть, что она из себя представляет. Также эту игру я замечал пару раз у топеров, ну, которые делал там топ-10 самых крутых игр, топ-10 самых охуительных игр на Android. Короче, пиздобол, одним словом. Вот, и у всех абсолютно, есть такая надпись «Полностью бесплатная». Все рассказывают, какая она бесплатная, что ее можно пройти, там то, все, пятое-десятое. И знаете что? Все они пиздоболы, потому что мы переключаем на следующий уровень. И что же мы видим? Получить всю игру за 179 рублей. Как же так? Полностью бесплатная игра. Ладно, давайте просто пройдем первый уровень, посмотрим хотя бы, что она из себя представляет, эта игра. Ну, старенькие игры, очень старенькие игры. Так, мы собираем зелье, щит. Давай активируй чит. Так, первый враг. Иди сюда, вражина. Получи. Ах, ты ж собака. Угу, у нас есть выносливость на удар. Ну ладно, хорошо. Бей. Не, ну вообще неплохо, вообще неплохо. Даже какая-никакая анимация есть, а не просто испарение врагов, как это бывает в большинстве своих игр. Так, мы подобрали какой-то баф, который дал нам плюс 3 к силе. Да как ты меня бьешь-то, а? Я же тебя заблокировал. Давай. Лох. Да какого черта я по нему попасть не могу, что за бред? Ага. А, так, эти хрени мы можем сбивать? Конечно же нет. Да, конечно, взмах мечом. О, новый щит. Подбери его. Подбери его, друг. Я хочу, чтобы ты подобрал его. Ключ, выход. Нет. Ну какого черта? Вот он щит лежит, я хочу его подобрать. Почему я не могу его подобрать? Что за бред? Ладно. Ладно. Черт с вами. Пойдем дальше. Удар в спину. Блокируем. Да, пока он заблокирует, сотни лет пройдет. Так, подхилли, максимальное здоровье плюс 50, а это что? Плюс 10%. Интересно. Ну ладно, пускай будет. Я вот только не пойму. Вот смотрите, как бы свет пробивается сквозь окна. Да, почему мы в этот замок пошли днем? По закону жанра мы должны были оказаться в этом замке темной глубокой ночью, во время полнолуния. А мы за каким-то чертом поперлись сюда днем. Полностью ломает всю атмосферу грозного замка со всякой нечистью. Хотя тут, по сути, и нечисти-то нету. Ай, больно. Ты чего, друг? А, ты устал? Ну, ладно. Так вот, по сути, тут даже и нечисти нету. Какие-то рыцари, которые нас бьют за что-то. За что? Неизвестно почему. Даже нет никакой предыстории. Ни сюжеточки, вообще ничего нету. Спрашивается, вот у вас была долгая заставочка с загрузочкой. Напишите там небольшую предысторию о том, что я не знаю, зачем мы сюда поперлись, вот честно. Ну, раз тут рыцари, может быть, тут какой-то король сидит, которого нужно уничтожить кусочки на мельнике, чтобы он больше не терроризировал этот мир. Черт его знает, короче. А может быть, мы просто главный злодей, который просто пришел в замок и уничтожает всех. Просто потому, что ему так хочется. А это типа мини-босс, да? Потому что у него атаки другие, да и помощнее значительно. Ну давай же, что ты можешь? Отходим. А то наш персонаж немножечко устал. Да больно, слушай. Что-то он как-то приуныл. Ну ладно. Идем дальше. Так, там выход, да? Это выход. Ну, он нас не интересует. Давайте пройдемся по первому этажу полностью. Лови. Еще лови. Косорылое создание. Дай-ка я отступлю, пожалуй. Давайте жахнем зелье здоровья. 30% восстанавливаешь. Ну, не так уж, чтобы и много, но сойдет. Получи. Готов. Так, тут ничего. Это ключ. Ага, мы бы в любом случае не смогли бы выйти отсюда без этого ключа. Поэтому пришлось бы в любом случае проходить полностью этот этаж. Довольно странно, ключик не использовался, дверь сама открылась. Ну, пускай будет. Нас встречает еще один рыцарь. Да что ты говоришь?
Нам как-то пободрее, чем прошлые были. Давай, ударь. Отойдем. А? Да как ты меня ударил-то, а? Я же в блоке был. Ну ладно, по здоровью еще, ладно, хорошо. Вот это босс, да? Да, это босс, первый босс. Ты кто такой? Я не знаю, кто он такой, но выглядит он слегка опасный. Он горит. Слушай, друг, а ты чего горишь, а? Подожди. Удар, блок. Я же блок поставил. Ладно, удар. Понятно. Давай, два удара, отходим. Удар, отходим. Удар, уворачиваемся. Ну, такое себе. Можно даже блок не ставить. Отдай мне свой полыхающий меч. Я хочу его забрать. Я хочу тоже огнем бить. Отдай меч. Броню отдай. Все отдай. Ладно, уходим отсюда. Больше нам тут делать нечего. А знаете, что самое интересное? Получается, каждый последующий уровень мы получаем новый комплект оружия. И вот с ним мы должны будем проходить. Получается тут сколько? 9 деклав, и последний у нас будет двуручная секира. Вещи, выбор уровня, герб. Откровенно говоря, игра не стоит 200 рублей. Ей край цена соточка от силы. Прям совсем-совсем от силы. А так, рублей 70, ну, максимум. Тут 200. Уровни весьма короткие. Боевка дубовая. Противники, ну, блин, мы такие же игры уже видели неоднократно, халявные игры. То есть, 200 просто ни за что, спасибо. Вот 70 рублей, это игра край, все, максимум. А на этом я с вами прощаюсь, всем пока и увидимся когда-нибудь в другой раз.